Большой автофорум. Такое ощущение, что у нас самый популярный сейчас стенд здесь, на международном автосалоне, потому что огромное количество публики стоит здесь за стеклом и смотрит, что у нас здесь происходит. И неудивительно, потому что сейчас в студии появился еще один гость, которого знают абсолютно все. Но на большом автосалоне большой человек. Да, популярный исполнитель Александр Маршал! Здравствуйте, дорогие друзья. Саш, привет. Здорово. Вы знаете, мне очень приятно, что я сегодня здесь. Я, честно, если быть откровенным до конца, я впервые на автосалоне вообще. В жизни? Поэтому в жизни, да. Как-то все по магазинам. По салонам. Но сегодня я увидел здесь такой брабус, от которого просто стынет кровь в жилах. Мы поняли, на чем ты теперь будешь ездить. Нет, но за 500 000 евро, в общем, тяжеловато, конечно. Надо еще на гастроли поездить. Шоу-бизнес, и не можешь. За 500 000 евро машина должна стоять. Выкатил из гаража и говоришь, вах-вах-вах, и закатил обратно. Я хотел сказать, что я сказочно рад сегодня видеть всех вас. Похудевшими, родившими. Вот, и еще что? Приобретшими, кстати, автомобиль. Который мы не будем громко говорить? Нет, почему? Можно. Как называется? Audi Q7, очень хороший автомобиль, который мне нравится. Я вот, кстати, хотел как-то приобрести такой автомобиль, проехал в нем буквально несколько километров и понял, что немножко маловат. И что в результате было приобретено? Купил автобус. Нет, а вы знаете, у меня есть несколько автомобилей, а этот, как бы, это моя... любовь. Почему? Потому что я рыбак. И Land Cruiser сначала 80, потом 100, теперь 200. Это дом на колесах, который я обожаю просто. Приезжаешь на рыбалку, я могу вытянуть свои ноги в салоне прям как дома. А ребята, ты прямо мучаются... из машины не выходишь, удочку выкидываешь? Нет, но это уже перебор. А я имею в виду, что когда ты спишь... полную, но как правило. А ребята в брабусах мучаются там на рыбалке. Не по диагонали ложишься. В Байкальской тайге народ с ленд-крузеров прямо из машины собирает грибы. И я это видел, и я это сам пытался повторить. Получается просто на ура. Каким образом? Открываешь дверь, срываешь, кладешь, все. А грибы просто высокий такой, понимаешь? По 800 граммов по килограмму белый. Нет, сначала по 800 граммов, потом грибы, конечно, белый, и все. И потом также с грибами они заезжают прямо в квартиру, да? Ну там квартира соответствующая. Саш, ну еще расскажи по поводу своего автомобиля все-таки, да, поподробнее. Сколько у тебя уже? 200-й? У меня это уже седьмая Toyota у меня. Седьмая? Одна была угнана зверским образом не так давно. Да, а это седьмой уже автомобиль из этой области, именно джип. Ага. И в Америке у меня были разные автомобили. Мой крайний автомобиль был, вы не поверите, Ford Thunderbird. Восьмицилиндровый монстр. Да, огромное двухдверное купе. Считается, да. Трехдверный. Багажник еще. Там тоже можно кого-нибудь положить. И он был со спойлерами. Он был такой красоты неземной. У меня все машины в Лос-Анджелесе, все автомобили были белого цвета. Потому что там жарко. Жарко, да, понятно. Круглый год. Здесь такой автомобиль у моей супруги. Я ее называю тоже Land Cruiser 200. Я, когда купили этот автомобиль, я говорю, наконец ты приобрела настоящий холодильник. Жаркий автомобиль. На колесах, который может передвигаться, и ты еще можешь хранить в нем продукты и куда-то ездить. Саша, если 7 Тойот уже в твоей автобиографии, у тебя на стенде Тойота здесь с аплодисментами должны встречать. И сразу вот с такой дисконтной картой. Скидки. Точно. Я пока не ходил, я специально решил сделать... Сначала рассказать об этом. А потом пойти. То есть и принести запись эфира и отдать главному пиарщику. Не ошибаюсь ли я, что Александр Маршал покупает машины за деньги? Это новость. Я просто думал, что... За деньги, причем за новые. Ну, не старыми, а новыми. За российские даже. За российские. А я так думал, что такие известные артисты могут прийти, знаешь, там на Toyota. Ребята, я готов стать вашим лицом, не предоставите ли вы мне автомобиль? И не один. Если бы речь шла о какой-нибудь марке, которая там на рынке, знаешь, так 3,5 продается в год, там Лянчу, например, да, это может быть. Слушай, Toyota, у них все хорошо. У меня была такая история интересная. Вы помните такое, есть очень известное шоу в Англии, да, ведут два человека, которое называется Top Gear, да? Да, конечно. И меня как-то пригласили в России принять участие в таком шоу, и я согласился с огромным удовольствием, поехал в Мневники на этот автодром, приезжаю, думаю, сейчас стоит какой-нибудь брабус, какая-нибудь там лянча неимоверная, приезжаю, говорю, я готов, где автомобиль, они говорят, вот, Лада Калина с дугами внутри. Я в ней еле поместился, но занял третье место по времени, представляете? И знаешь, так понял, это твоя родина, сынок. Да, это моя родина, Лада Калина. А с чего ты начинал, как вот водитель? Ну, копейка, ну, конечно. Ну, а как?
Другого автомобиля. Москвич. Запорожец. Нет, ну, у меня первая машина Запорожец была ушастая. Господа, я не так стар. Я суперстар, да? Я не так пожил. То есть понятно, что мы же не про М-ку говорим, подожди. Нет, это была первая модель, копейка с родным, такого апельсинового цвета, которая никогда меня не подводила. Вот я следил за маслом, сменой масла, аккумулятор, тормоза. Я вовремя делал ТО, и она меня никогда не подводила. Вот. Я ее вспоминаю, и потом я уже уехал в Соединенные Штаты и приехал через 5 лет. И эта копейка стояла вросшая в землю моего друга во дворе, как памятник советскому автомашиностроению. Она до сих пор, наверное, там стоит, я не знаю. Супер, а сейчас эти модные истории, я только что даже был в Латвии, вот на юбилее Латвийского автомобильного клуба, так там треть машин советских, в Латвии советские автомобили, да, он прется от этого. Да. Восстанавливают, реставрируют. А там, рафики там еще живут, если нужно, кстати, можно копеечку подыскать, сейчас почти в оригинале с крупным зеркальцем хромированным. Но смех смехом, но действительно это был удачный автомобиль. Особенно говорят, что автомобили, те, которые выпускались с итальянскими двигателями, коробками передач, они по сей день ездят. Моторов не было, но были итальянские детали. Да, были итальянские детали. Ну, хорошо. Нет, первые двигатели, по-моему, были полностью итальянские. Нет, с 70-го по 72-й год выпускались машины с итальянскими комплектующими. С кем я спорю? Да. Вот все вообще. А я тут сижу, сюда. Про автохолодильник рассказывает. Нет, давайте вспомним ту историю, почему Маршал стал Маршалом. Ведь тоже автомобиль сыграл главную роль практически в том, что Александр стал именно... А почему откуда такая история, что автомобиль? Ну, есть слухи. Прошли слухи. Есть версия. Что ты в детстве хотел стать Маршалом, либо автомобилем. Да нет, но меня на самом деле прозвали таким образом, потому что у меня рост большой, я стоял первым на физкультуре, потом, соответственно, в военном училище первым в строю, и везде, ну, стоял первый, получал первый, соответственно, нагоняй. Усилитель Маршал использовал. Попадался на глаза командованию сразу. А это был случай, когда мы смотрели 60-е годы, я не помню, я был, наверное, в 3-м классе или в 4-м, и шел парад с Красной площади, черно-белый телевизор, знамя у нас был такой, и мы сидели, смотрели, и принимал парад маршал Малиновский на автомобиле открытый, как он, ЗИЛ-111, серого цвета такой, вот они, значит, на этих машинах, а я говорю: мама, я когда вырасту, я тоже буду принимать парад, как маршал Малиновский. Она говорит: мой сыночек, ты хотя бы водителем у маршала Малиновского встал. Браво! Мама-реалистка! Мама, да, понимала, как бы, кто... Ну да, да. Большой автофорум.